Приветствую, друзья! Вы на канале Колченко Деева, и сегодня я хочу рассказать, как я делала поверхность воды без всяких дополнительных молдов. Это не идеально гладкая поверхность, как многие сейчас делают заливки, а именно небольшой эффект волн, накатывающих на берег. Если вам интересно, давайте смотреть вместе. Для начала я взяла молд, на него надела фольгу, смяла ее достаточно мелко, чтобы у меня получился вот такой вот ребристый узор внутри. По краям я защипнула, чтобы фольга у меня никуда с молда не девалась. И теперь на фольгу я накладываю пищевую пленку, расправляю ее края, а затем выливая эпоксидку. Благодаря тому, что под пленкой фольга, получился вот такой вот интересный эффект воды. На Алиэкспрессе можно найти молды, которые имитируют поверхность воды, но это надо заказывать, это надо платить, а так можно своими руками сделать из подручных материалов эффект воды. Я решила, что поднос у меня будет не полностью с эффектом воды. По краям я решила сделать берег. Для этого я использовала натуральные камни, очень красиво смотрится. На камере не передается весь их блеск на солнце. Песок, конечно же, морские звездочки. Все то, что необходимо для создания красивого моря. Здесь могут быть ракушки, звездочки, кораллы, все, что есть у вас под рукой, и все, на что способна ваша фантазия. Дальнейшие действия, в принципе, в озвучивании особо не нуждаются. Я буду использовать пасту для создания эффекта морской пены. И, конечно же, несколько заливок, уже не таких крупных, но выравнивающих. Благодаря тому, что я в центр поставила уже застывшую форму с имитацией воды, она так и осталась с неровностями. Вся эпоксидка стекала уже чуть ниже, там, где я оставила место для создания берега. Я немного добавила стабилизированного мха. Он очень интересно смотрится, добавляет живости картине. Песочка сверху, и вот такое чудо у меня получилось. Еще благодаря этой неровности все, что будет ставиться на этот поднос, не будет с него скатываться. Я уже сталкивалась с такой проблемой, что когда делаешь идеально гладкие подносы, с них все скатывается, а так будет задерживаться. Я надеюсь, вам был интересен данный мастер-класс. Подписывайтесь, ставьте лайк. И до новых встреч!